Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Ви, мабуть, слышите, що шо-то цакатіт. Да? Вам слышно? Вам слышно? Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Залазь. Залазь. Залазь сюди. Давай. Іди сюди. А ну подожди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди. Давай. Я тебе покажу нашим зрителям. Смотрите. Вот тут. Кусочек хвоста вы увидели. Ну и вообще я буду все показывать, если вы, конечно же, захотите рассказывать об этой барбосяке на своем украиномовном канале. Называется он «Просто про життя». Поэтому приглашаю, подписывайтесь. Ссылочку на украиномовный канал и на кулинарный канал я оставлю в закрепленном комментарии. И, девчат, вчера был эфир, сейчас я каждый день выхожу в ТикТок в эфир, а также на своем украиномовном канале. Вчера была такая пропозиция рецепты приготовить, подготовить, да, для новогодних праздников, потому что мы с вами стройнеем, и это наш образ жизни, и обычно праздники нас выбивают из колеи, да, сейчас будет Рождество, и необходимо подготовиться, чтобы мы с вами вышли победителями, чтобы не было после Нового года: «Лена, возьми меня в марафон быстрее!» Кстати, 20 ноября стартует очередной марафон с сопровождением. Я буду рада вас видеть в своем марафоне. Если вы хотите стать участником марафона, в комментариях пишите «хочу в марафон». Цена свободная. Сколько вы можете, столько вы оплачиваете. Я беру небольшую группу людей для того, чтобы отдать всю свою энергию, отдать все свои знания, всю свою мотивацию. И большинство из вас уже пришли к желаемым результатам. Если вы сейчас меня смотрите, участники моих марафонов, пожалуйста, напишите свои результаты за время сопровождения и как это вам помогает, либо не помогает вашей стройности. Поэтому, девчата, буду ждать, если есть такое желание, обо всем этом написать и рассказать. Сегодня у нас с вами будут ответы на вопросы, обычно по выходным. Я думаю, что я разделю этот блок на два видео, то есть сегодня и завтра, суббота и воскресенье. А может быть и вложусь и в одно, не знаю. Но хочу сейчас ответить на ваши вопросы. Я обычно делаю скриншоты, чтобы я их не потеряла. Ну, смотрите, тут появилась, так, Леночка, хочу в марафон. Если вы хотите стать участником марафона сопровождения, в комментариях пишите «хочу в марафон». Сбрасываю ссылочку на свой контакт. В марафоне три вкусных и полезных меню, мое сопровождение на протяжении 14 дней, ну, а также волшебный пендель. Очень часто в марафонах именно не хватает волшебного пенделя. Поэтому, девчата, рада буду вас видеть. И вот у меня одна из зрительниц, которая появилась на канале, я так понимаю, это мой давний старый хейтер, который меняет свои ники. И смотрю, прям прошлась по моему каналу, за что я вас хочу поблагодарить. Во-первых, то, что вы активно комментируете мои видео, это очень помогает каналу развиваться. Мы с вами идем вперед. Людей, которые хотят улучшать здоровье, становится все больше и больше. Людей, которые женщины, ну, моя аудитория в основном женщины, женщин становится все больше и больше, кто не махает на себя, да, кто начинает себя любить, кто понимает, что наша с вами стройность – это большая работа над собой и над своими ошибками. Сейчас эта жопка может меня немножечко уронить. Но, девочки, что уже ж ничего не сделаешь. Дуся, проходь, не мешай. Вот только касается хейтеров, Дуся начинает нервничать. И смотрите, когда вы пишете хорошие комментарии, я вам очень благодарна, потому что я вижу отклик, я вижу обратную связь, я вижу наш с вами вот этот вот контакт. Когда вы пишете, вот как этот комментатор, негативный комментарий, пишите, пишите, вы помогаете каналу, вы его двигаете, вы просто своим вот этим негативом прям выталкиваете его на просторы Ютуба, чтобы обо мне узнало как можно больше людей. И в этих комментариях я вот хочу, кстати, один из комментариев. Ой, как мне это нравится. Сначала нужно было разожраться, потом похудеть на 57 килограмм, а потом стать богиней. Прелесть какая. Ну, в вашем случае я хочу сказать, на ваш комментарий ответить, какая прелесть. Я вам очень благодарна за этот комментарий. И я вам хочу сказать, что разожраться, а потом похудеть. Вы знаете, большинство из нас в своей жизни начинают искать отмазки, да, ищут отмазки.
у меня большая кость, широкая кость, меня любят и такую, хорошего человека должно быть много, ну и все вот такие вот отмазки, да, идут. То у меня и то, то у меня другое. И вот в этом моменте мы с вами разжираемся, как это сделала я, разожралась до 137 килограммов. Это только зафиксировано. То видео, которое я вам показываю, где я в бассейне, я подозреваю, что там было все 150 килограммов. То есть уже постепенно, после того видео, я начала снижать вес, увидела результаты, но он был еще не зафиксированный. То есть это видео, которое я вам показываю, это видео записано еще месяца за 3 до начала, как я начала. А я начала уже меньше, поэтому я думаю, что там все 150. И сначала нужно было разожраться, потом похудеть на 57 килограмм и стать богиней. Вы знаете, да, я считаю, что каждая из вас богиня. Каждая из вас обратила внимание на свой вес, обратила на те проблемы, которые возникают с лишним весом, и вы богиня. И несите гордо это чувство, да, которое находится внутри. Ты хочешь творить, а самое главное вытворять. Поэтому разожраться до большого веса – это наша с вами ошибка, да, это наше с вами пищевое поведение. Я с этим пищевым поведением работала практически на протяжении 2 лет, да, пока я не расставила приоритеты. И это очень сложно. И когда люди пишут такие комментарии, я понимаю, что этот человек, он не прошел этот путь, да, он не гордится своими достижениями. Скорее всего, эта женщина, она начинала, бросала, и у нее ничего не получается, и таким образом человек изливает свою желчь. Так, дальше. Ну, очень много девчонки пишут про «хочу марафон». Есть возможность. Каждые две недели я анонсирую свои марафоны. Поэтому вы, я думаю, в какой-то из марафонов обязательно попадете. И вот дальше комментарий. Ну, зачем так краситься на старости лет? Девочки, ну, что я вам хочу сказать? Ну, много у меня косметики. Ну, необходимо мне ее выкрасить. Ну, что она будет пропадать или как? Или что? Или где? Вот скажите мне, пожалуйста. Конечно, я буду краситься, я же девочка экономная, я должна это все использовать, поэтому вопрос нормальный. Кстати, по поводу ресниц, девочки, я все-таки решила нарастить ресницы, я об этом вам уже рассказывала, планировала сделать, скажем так, передышку. Я ее, в принципе, сделала. 2 или 3 месяца я ходила без нарощенных ресниц. Но сейчас понимаю, что это очень удобно. Я сейчас очень много нахожусь в эфире. Я сейчас, скажем так, более чаще выхожу в эфиры. Поэтому мне, знаете, проснулась и красавица. И как вспоминаю вот всю вот эту, весь этот процесс, да, то есть ты же быстренько там не накрасишься, ну, необходимо на себя потратить довольно-таки большое время. А для меня сейчас, девчата, каждая секунда дорога. Это марафоны, это сопровождение, это YouTube-канал. И я решила себе так немножечко облегчить. Поэтому облегчить. Поэтому косметика опять ложится на дно, кроме помады, румян, ну и, конечно же, кремов. Так что, наверное, я все-таки такую идею того, что зачем столько краситься, наверное, я все-таки ее воплотила, и заменив это все ресницами. Так, дальше. Вот опять та же зрительница, которая писала мне про то, что я разожралась, и я собой горжусь. Конечно, я собой горжусь, потому что удержать результат, который ты имеешь сейчас, это дорогого стоит. А худеющая богиня, диетолог, слушайте, питайтесь как она, и будет вам счастье, это будет гастрит, язва, прободение. Я так и не поняла, что это такое прободение. Вы хотя бы напишите, научитесь, ну, грамотно формулировать свой комментарий, чтобы я могла вам, ну, естественно, грамотно ответить. Сейчас я на это прободение, я не могу ответить, а сказать прободение. Да, будет у вас и прободение, если вы будете слушать и читать вот такие комментарии. Девчат, я также хочу попросить, марафон длится уже более 11 месяцев. Первый свой курс, да, первый свой марафон я запустила в январе месяце, да, то есть вы, большинство, ко мне присоединились с января. Кто остался со мной, переходит из марафона в марафон, кто проходит, потом по каким-то причинам возвращается, да, то есть у всех разные на это причины есть. Пожалуйста, напишите. Знаете, чтобы я сейчас не с пеной у рта не рассказывала о том, что марафоны работают, рациональное сбалансированное питание работает,
выравнивается пищевое поведение, мы постепенно уходим от перекусов и перекусов, от подъеданий, мы постепенно выстраиваем свой режим питания в моих марафонах. И чтобы это я сейчас не говорила, я вас очень прошу, все, кто прошел мои марафоны, возможно, вы смотрите видео, с большинством из вас у нас сейчас там есть или личная связь, ну, наша с вами, да, когда вы можете мне в любой момент написать и спросить совет, или, ну, мы с вами на связи, да, потому что у нас как минимум есть контакт телефонный между нами. У меня есть закрытая группа в телеграм-канале, где я делюсь своими результатами, где я делюсь своим опытом, мотивацией, и где девчонки имеют результат. И когда мне пишут, я, наверное, мало выставляю вам фактов, где мне люди пишут, что «Лена, у меня нормализуется сахар», «Лена, у меня улучшаются анализы». Я ходила перед марафоном, там, когда пришла к тебе в марафон, сдавала анализы. И вот сейчас пошла на плановую сдачу анализов, и мне вот доктор говорит: «А что вы делаете? А какие вы лекарства принимаете?» А это всего лишь правильное питание. Поэтому, девчат, вот давайте мы сейчас, тут у меня написано по-английски «Алена», давайте мы эту Алену сейчас запхнем за пояс, да. Я уверена, что, повторюсь, эта Алена, она лентяйка, которая не хочет налаживать свое питание, не хочет работать над своим пищевым поведением. Поэтому я вас прошу, кто прошел мои марафоны, напишите такой кратенький отзыв, что улучшилось и что ухудшилось после моих марафонов. И еще один момент, я не диетолог, я нутрициолог, я консультант по питанию, имея свой собственный опыт снижения веса, имея знания, я год обучалась на курсе нутрициологии. Это очень в школе, Харьковской школе нутрициологов, это очень такой длительный процесс. И на протяжении всего времени, вот это уже год прошел, и практически год я практикующий нутрициолог. И за этот практикующий год я также приобретаю себе всевозможные курсы, которые могут мне помочь развиваться дальше. Поэтому, когда вы пишете, что я диетолог, я не диетолог. Диетолог – это врач. Диетолог – это человек с медицинским образованием. Нутрициолог – это консультант по питанию, который поможет разобраться вам с продуктами, который поможет вам разобраться, выстроить свой режим питания под себя, подобрать продукты, которые вам помогают стройнеть, и продукты, которые, хоть они и правильные, и полезные, но они могут вам немножечко, ну скажем так, притормаживать этот процесс. Поэтому не путайте грешное с праведным. Так, дальше. А, вот опять, я же говорю, девчата, я не пойму, это Алена, она якась, что у нее какой-то гормональный всплеск, либо у нее какой-то очередной недочпок, я бы, наверное, это так назвала. Я не подписана. Худеющая богиня из Украины меня не интересует. Я тогда стесняюсь спросить. Вы не подписаны, я вас не интересую. Какого художника вы делаете сейчас на моем канале? Вот скажите мне, пожалуйста. Возможно, мои видео сейчас выходят в рекомендации, но выходят в рекомендации не именно благодаря вам, потому что вы пишете свои отвратительные комментарии. Я благодарна зрителям, которые включили свою зузулоньку и улучшают здоровье вместе со мной. Они также пишут хорошие комментарии и комментарии, которые помогают и двигают мой канал. Поэтому для того, чтобы вас не, скажем так, чтобы я вас не интересовала, как вы пишете, вы просто сейчас, вот прямо сейчас, я уверена, что вы сейчас смотрите этот эфир, зайдите на мой канал, там есть такие три точечки, жирные, скорее всего, такие, как и вы, которые не хотят улучшать свое здоровье, хотя бы немного снизить вес, потому что жир никогда нам не принесет пользу. Жир, ожирение, все вот эти сопутствующие заболевания излишнему весу, они не принесут нам здоровья. И чтобы я вас не интересовала, чтобы вам меня не рекомендовали, во-первых, отпишитесь от меня, я уверена, что вы просто обманываете. Обычно, если вы смотрите видео человека, на которого подписаны, они вам идут оповещением всегда. Вы написали мне практически под каждым моим видео комментарий, значит, вы на меня подписаны. Проверьте свою подписку, отпишитесь, три точечки, нажимаете, вам выскакивает «не рекомендовать», и вы забудете обо мне навсегда. Поэтому все делается технически. Если вы не понимаете технически, напишите комментарий, я вас еще раз, ну, для тех, кто на бронепоезде, повторю. Дальше.
Еще комментарий по поводу тарелочки. Я вам показываю свою правильную сбалансированную тарелочку. Это фотография, да, это вот макет этой тарелочки, где я ее заказываю. Если вы из Украины, вбиваете в поисковик Prom.ua розетка, и называется она «Тарелка правильного питания». И вам выйдет несколько вариантов. Но хочу сказать, что я также искала такую тарелку, я ее не нашла. Я не нашла именно вот в такой графике, как у меня. Так, сейчас, девочки, я вот тут, еще был вопрос. Лена, скажи, пожалуйста, про лаваш. Почему мы исключаем белый хлеб, а лаваш оставляем? Смотрите, лаваш в стройности можно использовать иногда. И нужно понимать, что хлеб, если белый, это дрожжевой, лаваш бездрожжевой. Поэтому вот эта разница и есть. Если у вас есть возможность использовать хлеб цельнозерновой, то используйте вместо лаваша цельнозерновой хлеб, он будет вам максимально полезен. Дальше. Лена, можете рассказать, в какое время вы едите фрукты, и до еды, или после еды? Очень крутой вопрос, очень классный вопрос и комментарий. Девочки, фрукты необходимо правильно есть после основного приема пищи, потому что это, во-первых, глюкоза, во-вторых, в основном фрукты идут сладкие или ягоды, и когда мы делаем основной прием пищи, а это клетчатка, это белок, это жиры, это углеводы сложные, они работают на поднятие инсулина, ну, скажем так, минимально, инсулин в любом случае поднимается, а когда мы едим первые фрукты, глюкоза поднялась, инсулин, соответственно, поднялся, и, естественно, мы имеем плохие результаты. Дальше. Сейчас. Так, завтра расскажу. Розовая соль. Більш корисна, чи це просто красиво? Так, розовая сіль, вона більш корисна. Ви можете це прогуглити, побачити. В ній знаходиться більше мікроелементів, і вона, ну, скажімо так, не така солона. Ну, це один із варіантів, да? Прогугліть. От, будь ласка, прогугліть. Я, до речі, ви мені нагадали, треба придбати. Так, ну, вроді би все. Если что-то я еще найду, я обязательно отвечу. И если у вас есть какие-то вопросы, на завтрашнее видео вы 100% услышите свои ответы, если оставите эти вопросы под этим видео. То есть я прочитаю, вот как я это делала сейчас, и отвечу на ваши интересующие вас вопросы. Поэтому, девчата, я, если честно, я иногда бываю в шоке от тех комментариев, которые вы оставляете, и оставляют их лентяйки, которые не хотят работать над собой. Вот прежде чем написать комментарий, ответьте на себе на вопрос, а что я делаю лично для улучшения своего здоровья, а не приходить и хаять людей, которые работают в этом направлении, тростиночек, которые четко для себя выбрали этот путь стройности и улучшения своего здоровья. Все, мои хорошие, я немножко такое видео получилось затянутое. Если это видео длинное для вас, напишите мне об этом. Я буду стараться вкладываться вот, ну, минуток в 10, чтобы вы успели его прослушать на одном дыхании. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока!